Жила-была девочка Маша, страшная растеряша. Вечно все забывала, делала все, как попало. Только мама шагнет за порог, а Маша цап коробок. Спички нравится ей поджигать, а потом их в воду кидать. Только вдруг зазвонил телефон. Маша бросила спички на стол и помчалась с подругой болтать. На место некогда все убирать. Ну а ту последнюю спичку она толком не погасила. Да еще забывшись, на коробок ее положила. Хорошо, хоть Мурзик был дома. Очень умный кот был у Маши. Не хотел он остаться бездомным. И ходить по горельцам сажи ловко лапкой прихлопнул спичку. Тут и Маша на кухню мчится. Газ включает и ставит чайник. И котлетки разогревает. Здесь подруги в окно стучатся, Маша быстро все бросает. Мурзик нервничает у печки, чайник выкипел весь до дна. От котлеток лишь уголечки, и вся кухня задымлена. Бьет хвостом недовольный Мурзик, вот на форточку он скочил. И бежит отыскивать Машу, Машу-растеряшу и забывашу. Она Мурзику очень рада, подхватила его и смеется. Только сердится, что там Мурзик и домой из объятий рвется. Девочка Мурзику дверь открыла и в дверях удивление застыло. Дым клубами наружу рвется, забываша на кухню несется. Ну, наделала Маша дел, бедный Мурзик почти посидел. Тут и мама с работы приходит, задымление на кухне находит. Ох, и сильно попала Маша, забываша и растеряша. Чтобы дом от огня сохранить, нужно очень внимательным быть. Плитки вовремя выключать, свечки-спички не зажигать, варежки над огнем не сушить и умных мурзиков заводить.